В индийской части Кашмира тысячи человек бегут, оставляя свои дома. Жители спасаются от обстрелов в соседней территории, подконтрольной Пакистану. Жертвой беспорядочной стрельбы стал один полицейский. Еще одна женщина находится в критическом состоянии. Такая ситуация держится в районе уже неделю. К сведению, боевые столкновения в Кашмире в последнее время вспыхнули с новой силы. Напряженность возросла после того, как в августе индийский премьер-министр Нарендра Моди отказался от участия в мирных переговорах. В канун Нового года в перестрелке в приграничной зоне погибли четверо пакистанских военных и один индийский солдат.